несправедливость по всему мальчика убрали на голосование. Да, тут в принципе сама жизнь несправедливая. Умочка, спасибо. Видно, не судьба. Ребята, короче, если что, не обессудьте. У меня состояние сейчас не очень, не выспавшись. Ну, поэтому я какой-то вялый. Приветствую. Так, реально блокирует за курение. Ну да, там даже если ты глошку, вейп блокируют. Я уже был такое. Да я, наверное, не видел. Мне много кто пишет в директе и не успеваю ответить. Так, ну как писали, вроде расстались, не знаю. Там писали, что он заблокировал. Я говорю, мы с Ваньком общаемся на другие темы по нашим вопросам, но так я не хочу поднимать эти домовские темы. Ванёк взрослый человек, Кристина тоже взрослый человек. И как бы их, как давать им совет, просить, чтобы они помирились, они сами прекрасно примут решение. Так, самый искренний, это прочитал, а самый искренний честный человек, ради которого большинство на камеру играют. Но вот так вот случилось, что я могу сказать. Рутат, привет. Тебе идет белая рубашка. Спасибо. Так, а я вижу вас только хорошего и любителем памяти. Ладно, вам скажем удачи. Спасибо большое. С какого города? Я с города Саратов. Так, долго эфир будет идти? Да нет, сейчас мне там надо будет. Я чего этого парня покрасил. Надо будет смывать краску. Потом видите результат. Вот, без маски. И вот маски есть. Алиса! Сколько осталось на таймере? Привет-привет. Да, я в сторис выложу. Как я покрасил. Теперь окрашиванием занимаюсь, да. Ну, крашу только пацанов. И стригу только пацанов. И укладу только пацанов. Возвращаясь на Дом-2, ты очень интересный человек, очень хороший. У меня уже другие планы, другие цели. Поэтому вряд ли. Бей без маски хорошо. Спасибо. Я говорю, я просто сейчас уставший, я лег бы не поздно. Я лег 3:30 блядь, спать. Пока там в новой квартире убрался, пыль протер, пока там покушал, постирал, вещи разложил. Короче, времени уже прям много было. Хотел бы вернуться на Дом-2. Только чисто из-за друзей, не для отношений. Потому что всех девушек, которые я встречал, ну, так скажем, для постройки отношений, искренности мало в ком видел. Ну, в Насте видел искренность, но потом пару моментов прошло таких, что эта Настя на проекте повела себя совершенно иначе. А есть исключения? Какие? Так, расскажешь о планах? Да, в принципе, не особо грандиозные планы. Сейчас у меня в планах работать 6-1, 6 дней работаю, 1 день отдыхаю. Вот, впахивать, развиваться. Сейчас я запустил как раз, ну и вот с Мариной, начальницей, мы запустили, короче, как это называется, контент. Трэшевый контент будем снимать. Там друг другу задаем задания, вот, и выполняем эти задания. Если не выполняем, то, естественно, наказание. Как бы. Вот я наказание, я не хотел подкатывать к парню, потому что он для меня это дичь. И в итоге пришлось сделать моменты. Не грусти. Да я не грущу, я уставший просто. Так.
Не торопись, придут твое. Я очень надеюсь. Так, стрижки, укладки и покраски. Так, ты в Москве остаешься? Да. Придет. Так, спор. Ну, типа, да, это называется... как я назвал эту рубрику-то, блин? Сможешь ли? Допустим, мы вот с ней сидим, и говорю, слушай, а сможешь ли, к примеру, там, вот то же самое, там, не знаю, пойти чисто в лифчике, грубо говоря, в трусах, пройтись по... где много людей, по населенной местности такое. И... то есть выполняет, не выполняет, ну что-то в этом роде. Я не знаю, ну потому что много грущу, не хватает любви. Так, понятно, чисто рабочие планы. Ну пока да, надо развиваться. Крутой Илья очень, спасибо. Так, что за песня была? Я уже не помню. Ну пранки, спор, да. Так что думаем по поводу Криса и Вани? Они будут вместе, переживаем за них. Да я думаю, да. Говорят, решат что-нибудь, и все будет нормально. Не, ну, конечно, хотелось бы ложиться спать даже, грубо говоря, с девушкой, так обнял ее. Кайф вообще. С красивой девушкой. Рост не важен, но вот красивая, милая, добрая. Да, хорошая фигура, заботливая.